Борды, на которых написано лечение в Израиле, лечение в Германии, лечение в Америке и так далее. Может ли себе вот эти вот ребята позволить лечиться в Америке семьи обычного украинца? Нет. Зато могут позволить себе прокуроры, украинские чиновники, министры. Если с ними что-то происходит, он сразу лечится где-то у нас. Извините меня, или в Израиле, или в Германии его нет. Так вот, давайте мы внесем, хотя бы сделаем первый элементарный шаг. Запретим чиновникам, это не синекура быть чиновником, это обязательство. Лечиться за рубежом, лечить свои семьи и так далее. И вы увидите, как сразу у нас улучшится медицина.